вошли в компьютер, и я вам должен сказать, что тема эта большая, она меня угнетает, поэтому я не ограничился одной публикацией когда-то, не одним фильмом. Почему? Потому что, высылая одни и те же материалы разным людям, примерно в одно время высылая семена, которые сделаны по такому же принципу, как вот вы видели, сейчас только вы видели там за столом на кухне. Так вот, все равно этого мне показалось мало и много непонятного. Результаты от 0 и до 100%. То есть редко-редко, но кто-то напишет, у меня не взошло. Причем опять получается, вот возьмем сливы. Один сорт у кого-то пишет 100%, у другого 0. Другой сорт у этого же человека. Это одно расхождение, от которых мысли путаются. Второе, когда абрикосы взошли, сливы не взошли, сливы взошли, абрикосы не взошли. И так далее. И получается, что информация одна и та же, семена одни и те же, подготовка с моей стороны одна и та же, результаты разные. Для чего я это говорю? Берем по максимуму. У меня есть сайт, да? На этом сайте есть следующее. Смотрите сюда. Я на всякий случай собираю все, что можно. Вот это материалы, вы знаете, чем этот сайт отличается от других, где есть тоже публикации, статьи. Вот там перемешано все. Там в одной статье, допустим, от меня пишут, как спасти деревья, вот, другой, как убить деревья. Все это рядом, человек, голова, это наискосок, он сперва убьет, потом лечит, сперва искалечит, потом лечит, к сожалению, так. Вот. А здесь только хорошее. Вот посмотрите, чтобы здесь делать статьи, вон сколько. Бродский, видите? Я говорю, вот я, Бродский, это я как бы поневоле вынужден говорить, наболело. Бродский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 статья. Вы чувствуете, что эта книга готовая? Вот. А вы знаете, что никогда не будет? Вот так вот. Я уже рассказывал где-то фильма два назад. Латинков пишет письмо президенту, письмо, естественно, до него самого, естественно, не доходит, пересылается в Приморье, с Приморья спускается ниже-ниже, наконец попадает в этот маленький богом забытый городок, вот, Дальнереченск, и приходят две девушки с администрации, вот. Это я повторяюсь, увидели, что у него натоплена изба, и говорят, ну вот, а президенту написали, что у вас, что вы замерзли или замерзаете. Вот и все. Дальше что будет? Акт «Дома тепло», пошел нафиг. Вот, как этот самый юморист говорил. Вот так вот. И вот эти 31 статья Бродского, это книга, которая никогда не будет напечатана, потому что никогда о нем не узнает наш президент. И его штаб тоже. И вот смотрите, что здесь есть. Почему я так долго говорю. Сейчас найду. Ага, хранение, подготовка к посеву косточки, семечки. Видите? Вот. Она есть на моем сайте. Ищите и обрящите. Раз. Или, в крайнем случае, дайте мне письмом. Вышлите, я вышлю. А вот Татьяна Александровна Нога. Тут публикации поменьше. Но на хорошую брошюру тянет. Вот. А мы говорим о чем? О сертификации. Вот Татьяна Санага обустроена. Ее нет живых, а статья живет. Вот она. Вот. Она тоже есть на моем сайте. Видите? Это тоже очень полезно. Вот. И я не отставал. Вот это вот. А почему она хорошо? Ускорена сертификация, то кто не успевает нормально провести там. В одном случае 2 месяца, в другом 5. И вот, значит, так, сертификация Железова. Сейчас мы ее найдем. Забыл алфавит, буква СТ. Ага, вот она. Вот. Сертификация пассивного варианта для дачных садов. Это уже мое творение. Любуйтесь. Вот. Переписка. Вот. Вон сеть разумная, вечная.
Вот это вот очень внимательно. Я высылаю всем, кто хочет. Помните, я вам показывал этот снимок? Помните, как опасно? А знаете, почему я еще вернулся к этому? Я еще не все сказал. Большинство из вас, друзья, пишут так. Ну, не большинство, но половина точно. Не, сейчас мне сухие не высылайте, я не умею, я не хочу, я не буду, я боюсь сертифицировать. Вот, вы меня зацифицируете, потом пришлете. Вот что я вам пришлю. Вот так, и поздно будет. Ребята, получайте от меня по возможности сухие семена. Я еще те же абрикосовые косточки сухими буду высылать до середины февраля. Потом только я их песок и к вам, чтобы хотя бы поспело. Ну, надеюсь, к апрелю. Хотя тоже это разнобой. Где-то полежит дня три в тепле, потому что это потерялась квитанция или вам ее забыли отправить, так бывает. Бывает и неделю. А потом человек получает, ахает, а там уже не такие, а там уже хвосты. Половину этого, уже длиной со спичкой длиннее, вот так вот. Вот для чего нужна моя статья, раз. И еще для того, чтобы вы поняли, заказывайте сухими. Очень опасно, два способа заказывать по почте. Первый, не взошли, второй, рано взошли. И в оба случая вы остаетесь без денег и без сада. Вот так вот. А бояться ничего не надо. Так, вот это я рассказал, и... Пожалуй, и все. А, нет, не все. Сейчас мы заходим ко мне на сайт. Что мы видим? Что мы видим? Мы видим... Вот, видите? Новости сайта. Самый верхний уже залежался, уже 2 недели лежит статья в самом верху сертификации. Почему? Она, это самое злободневное. Если бы я эту статью здесь разместил где-нибудь в мае, вы бы надо мной смеялись, даже в июле. Даже в августе вы бы смеялись. А вот сейчас самое время. Вот эта сертификация, она, это как бы первая серия. И вот то, что сегодня мы наснимали с вами, вчера вечером и сегодня утром, это все будет называться сертификация номер 2. Вот, видеоурок. Тут написано номер 12, этот будет номер 13. Пожалуйста, не забывайте заходить на сайт. Вот, и... Хороша ложка к обеду. Очень многие из нас, друзья мои, не успевают с первого раза что-то усвоить. Для этого гостевая книга. Тут уже не важно, какой сезон. Кто только не пишет, что только не пишет. Вопросы злободневнейшие. Ну, просто это чудесное. Каким удовольствием я на них отвечаю. Вот здесь вы вообще тут должны прописаться у меня в гостях. А кто-то и станет хозяин. Вот такие люди, как вот Александр Смотритель в одном случае, да? Вот. Значит, кто еще? Вот назвать бы знаменитые фамилии. Кстати, вот интересно, да, смотрите. Эдуард Курагинский, район, деревня Петропавловка. А знаете, почему это? Хоть я отвлекся, хоть сертификация отношения не имеет. Но вы понимаете, когда я вижу деревья Петропавловка, это наши люди. Вот. Это значит, человек, сторонник, ну как бы близко, я не говорю, он может даже тут обидеться. Если назвать его там последовательным сторонником, просто человек живет в Петропавловке, где чуть ли не столица движения виссарионовцев. Как я их уважаю, вот, как над ними издевались, сколько сенсаций вот, про них было. А когда я с ними познакомился, когда они приезжали ко мне за саженцами, даже ночевали у меня, какие замечательные люди. Вот, как они говорят, кто верит, кто не верит, но... Жизнь в глуши, в собственном доме, тереме, о, в собственном садом, огородом. Так замечательно. Я вот просто бросил из глаза слово Курагинский район, а там несколько деревень, и Петропавловка не на последнем месте. Вот. А уже знаете, что если кто-то может познакомиться с ним, тоже с Курагинского района, и появляются какие-то маленькие мини-кружки, чуть ли не сказал мини-железо. Ну все, на этом я заканчиваю. Вот, а то сейчас бронзоветь начнется.